Всем привет! Сегодня буду снимать ручку переключения передач на своем Peugeot Partner TP. За 5 лет эксплуатации автомобиля чехол, как видим, прилично износился. Чтобы снять декоративную панель, на котором держится этот чулок, нажимаем его нижнюю часть и дергаем вверх. Далее беремся за ручку и с усилием резко дергаем ее вверх. Сейчас нужно освободить каркас чулка. Начинаем с самой ручки. Выворачиваем чулок. И освобождаем его от зажимов. Далее попеременно отстегиваем пластмассовые защелки. Устанавливаем декоративную накладку на штатное место. Будьте внимательны. Контролируйте, чтобы нижние пластмассовые направляющие вошли в пазы. Защелкиваем верхнюю часть. Пока так и буду ездить, а деталь отдам на снятие мерок изготовления нового чехла. Наконец, деталь готова, и я устанавливаю ее на место. Выдергиваю ручку переключения передач. Отщелкиваю декоративную панель. Выворачиваем чехол. Прикрепляю при помощи гибкой связи ручку к чехлу. Затягиваю ее. Лишнее откусываю пассатижами. Выворачиваю и устанавливаю его на декоративную панель. Для верности поджимаю пластиковые защелки по кругу. Устанавливаю все на место. Снова обращаю ваше внимание, чтобы нижние пластиковые направляющие правильно вошли и защелкнулись. Защелкиваем верхнюю часть. Вот и все. Новый чехол установлен. Готовлю следующее видео «Поиск клаксонов Peugeot Partner TP». Подписывайтесь на мой канал, жмите на котика, он внизу справа. Пока!